Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу, где я абсолютно без вложений собираю биткоин сатошики. И можно их выводить на разные платежные системы. Я хочу показать, кто не знает, какая минималка здесь на вывод. Здесь снизили минималку, когда я начинала работать. Здесь минималка была 10 тысяч биткоин сатошиков. У меня на балансе в данный момент 18 тысяч 28 биткоин сатошиков. Потому как и после вывода мне будет недоступна вот эта вкладочка, пока я не наберу минималку. Кликаю вывод. Далее смотрите на прямой кошелек. 10 тысяч у нас биткоин сатошиков. Значит, на Pair минимум вывод 3000 здесь написан. И доллар. Если мы переведем на русский, цена 1 доллар. Минимум вывод 3000 биткоин сатошиков. Также на Faucet Pay минимальный вывод 5000. Я буду выводить на Pair кошелек. На Litecoin также 5000. В Dogecoin 5000. И Ethereum 15000. Я кликаю на Pair. Нажимаю подтвердить. Значит, у меня они сразу конвертируются в доллары. Вот 18 030 биткоин сатошиков. Кошелек прописан. Кошельки прописываем в персональных данных. И после того, когда вы сохраните кошельки, будет вывод заморожен. Вот я не помню сколько, то ли на сутки. Вроде на сутки. Вот, посмотрите. Так, значит, все у меня. Комиссия 0. Кликаю вывод. Так, 3.46. Проверяем. Подтвердить. Значит, ваш вывод будет обработан в течение 3 рабочих дней. Здесь вывод не инстантом идет, все вручную. Вот мои выводы. Вот. Значит, я выводила последний раз 3.26, сейчас 3.46. Топовый букс вообще изумительный. Я уже рекламку просмотрела, через несколько часов будет еще доступна мне реклама. Значит, здесь вот я видео просматриваю. Вот я просмотрела оконная реклама. Не просмотрено. Все. Далее серфинг. И в течение дня еще как бы она появляется. Я захожу. Ну, раза 3-4 я обычно захожу. Как бы. И панель управления. В задании я не знаю, как задание тут выполнять. Там все на английском, ничего не понять. Вот, ну, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать, показать. Букс замечательный. Работает, платит. Как денежка придет, я запишу, естественно, вам видео о том, что денежка поступила. Всем удачи, до новых встреч!